Обзвон? Или вы уже сначала приходили обзвон? Нет, его просто так поставили сразу. А, ну значит крутой. А вы Я одних знаете, рыбок не ничего у вас нет. же в любом случае не по блату поставили, да? Нет, ну что? Ну все, это хорошо. Так Это как если бы получится. поставили по блату, это ну, вам бы, наверное, устник бы дали или что вам дали, я не знаю. Я доплыл, все, я доплыл. Что дальше? Вы в офисе ФБР уже? Нет, я на дне. Я что? А я, короче, тут бегаю. Мне тут ветер дует. Я, короче, выполз. Все, короче, забирайте меня. Забираем. Я А тут... откуда забирать-то? Да, кстати, тех двух палочек я тут этот сижу. Надо вниз под воду плыть-то. Какие палочки-то? Тут я плыву уже, нет там ничего. А В сколько вам? смысле? Вы что, обмануть меня хотите? Нет! Так, а, ты, наверное, ошибся, Феррари, ты его в старый, что ли, принес? Нет, давай прям наш, он сейчас прям новейший. Сейчас везем, он нам премию раздаст. Я вот по тому поводу, вот там молодой человек был, сейчас скажу я его, вот просто очень, надо будет бы с ним разобраться, его ник, сейчас, секунду, он очень дерзкий был. Да. Так, Франко, нет, Франко не мой друг. Сейчас Как скажу. Франклин Картер. Нет, как его ник. Ему повезло. Нет, это А. Франка Картер на тебя гнал. Да, мне кажется, да. Ну, если что, мы его понизим. Типа, мы же РПшные, мы РП. А можно вопрос, сколько премий будут нам давать вы? Я бы хотел, так как я новый шеф, я бы хотел, ну, директор, я бы хотел дать большую премию, ну, 100 тысяч. Ну хорошо, да. А вы А, готовы, не знаю, к директор, вопросам? проверь отчет, пожалуйста. Ты уже отчет залил? Ну нет, ты не Да. еще. Слушай, слушай, а ты был, ты первый раз сейчас на лидерку встаешь? Это моя первая лидерка, и если честно, я вот очень нервничаю. А, ну мы... Так, Понимаем. таксист принял вызов. Сейчас я с ним попробую нырнуть. С таксистом. Да, его машина. Пацаны, вы только на возраст сильно внимания не обращайте, там все нормально. Ну да. Я с этими с админами договорюсь, чики-пуки Не знаю, будет. меня... Я когда начал играть на Аризоне, мне было 8 лет, сейчас мне стало 9. Я вот, кстати, думаю по поводу 9-летних и 10. Мне кажется, вот им стоит все-таки не по 100 тысяч, а по 200 дать. Я, кстати, тоже думаю, типа, они лучше, типа, в такой возраст, так умеют. Нет, вот Как... Феррари думает, что всем 9-летним надо меньше дать, потому что они ничего не понимают, как делать. Вот Франклину, ему 20, у него два ребенка и пропитый голос. Вот я думаю, ему вообще надо миллион дать, да? Нет, ну миллион это слишком, это Ну, как-то... давай хотя бы 900 тысяч, он заслужил. Думаете, он служил, вы за него ручаетесь? Вообще, это лучший Да. сотрудник в А у вас мире. хоть военный билет-то есть? Да, у меня, конечно. Не-не-не, прям по-настоящему у вас там Не, паспорт. его перевели его. А вы Он... вообще в госках где были? Где? Или вы только зашли и сразу же в ФБР пошли? Нет, я был в гос, да, Какие? успешно там отстоял. Где? Ну, не отстоял, отслужил. Ну, нет, ну, в общем, вы поняли. Ну где я, да? Я вот встретился с ним в ФБР, ой, в ЛВПД, ну и как бы говорю, так, отдайте мне этого сотрудника, его сейчас на лидерку поставят. И, короче, просто мне пишет админ, говорит, дайте ему роль, дайте ему ФБР, и пусть он будет, ну, самым лучшим. Вот Как прям. бы так. Ну, Поэтому, блин. мы еще разберемся с Даниэлом. Сейчас мы ему сняли роль лидера и дали вам, конечно, а то у вас какой-то сотрудник ФБР. Да.
Так, сейчас я уже вызову третий раз такси. Сейчас я приеду. В общем, мы все обсудим по поводу премии и следующих действий, что мы сейчас, чем будем сейчас мы заниматься. Да, мы будем заниматься терактами, мы будем смотреть, и будет все взрываться. Ну, блин. Это, конечно же, я пошутил. Я думаю... Пошутили? В следующем теракте, да. Я подумаю, что делать. Ну, просто меня без озона, просто мне надо подумать. Я вот сегодня вечером подумаю, что да как. Но... Ну, вы подумайте, подумайте. Если... Не, мы можем вам устроить с нами обзор. Привет. Это администратор зашел. Сейчас, Грудинин, да, здравствуйте. Сейчас он вам, да. Привет, я короче, это слышишь? Я, если что, твой следя. Если что, какие вопросы будут, ко мне обращайся. Да, идем, хорошо. А теперь давай, вот сейчас, может, он будет задавать вопросы, администратор. Посмотрим, он сейчас тебе даст, наверное, роль, и потом еще, да. Ну, сразу десятку даст. Типа, ну, наверное, обзвон ты не будешь проходить, типа, уж ладно, по блату, ты, наверное, все знаешь. Я не могу машину найти. Я, короче, пришел на какую-то... Тут, короче, какая-то машина большая. Подожди. Это, давай я тебе вопросы позадаю перед тем, как тебя налью. Мне страшно. Давай. Да? Я вообще первый ранг хотел. Что? Мне перворангово хватит. Ну давай это. Я тебе вопросов пару задам перед тем. Слушай, ты перворангово, ты же у нас ты директор. Иди вообще, слышь, тишину. Давай это. Тебе сколько лет вообще? Мне? Да. А мне 13. А ты откуда вообще? Ну, я из Ижевска. Ага. А был уже на девятках? На девятках был? Нет, девятки я не был. Жалко. Ладно, что научишься. Да, ты знаешь вообще, что делать при терактах, там, при похищении? Нет, я еще пока что этого не знаю, но я сегодня... У меня мамка ушла, короче, я сегодня один дома. Я хотел друзей позвать, а, короче, все-таки буду сидеть и учить, что делать. Угу. Смотри, вот. Кэрри, ты же мне говорил то, что ты знаешь, как работать при терактах. Вот расскажи, может, ну я просто сам не знаю, это правильно, наверное, было? Да нет, это неправильно, я шутил. Не, расскажи. Вы забыли, я пранкер, у меня на Ютубе канал 43 подписчика. Я иногда подписываю, да. Так, а что делать-то надо? Вот, например, банк захватили, бомбу поставили, что делать надо? Ну, во-первых, надо вызвать саперов, это хотя бы для начала. Так а если банк захватили, в том-то и дело, туда им не зайти. А, то есть там еще преступники остались? Да, да. А, ну, в том случае нужно позвать... Сейчас вспомню, как их называют. Секунду. А у вас в этом, в Дискорде можно без удержания клавиши разговаривать? Да. Сейчас тогда поставлю. Мама, я не пойду какать, мама! Кэрри, меня мама зовет какать, ну, блин, я устал уже. Так ты ее это скажи, что ты самостоятельно... Мама, я самостоятельно какаю. Пацаны, все так... Ты можешь мне микрофон говорить, хорошо? Ну, вот смотри, вот банк захотели, что делать надо? Ну, во-первых, нужно... Сейчас, секунду. Офис ФСБ. ФСБ. Сейчас, секунду, неправильно написал. Ну, во-первых, нужно... сейчас скажу. Нужно вызвать... Как их называют? Переговорщики. Обсудить, какую сумму они хотят за банк. Это во-первых. Так, секунду сейчас. Потом, после того, как они согласились на определенную сумму, отдать им эту сумму. Но... Так, а может, знаешь, как сделать? ПРП. Не, смотри. Слушай, может, знаешь, как лучше сделать? Типа, зайти в банк и всех расстрелять? Может, так лучше? Нет, это у них будут заложники. Не, а если заложников нет? Если заложников нет, то почему бы и нет? Ну,
Еще ни разу не видел, что не было заложников в банке. Ну вот они туда ходили, когда случайно гранату кинули, всех убили, да? Вдруг. Что, повторите. Вот если они убили... Когда захватывали банк, они всех заложников убили. Тогда, да, придется штурмовать. Угу. Ладно. А что насчет, вот, если, вот, например, похитили твоего директора, что делать? Вот твоего директора, твою девятку. Ну, если похитили мою девятку, во-первых, надо собрать все составы, это LSPD, LVPD и прочие, собрать всех. И получается, что искать его, как бы договариваться о выкупе. Mm-hmm. Иногда, может быть, получится... Подождите секунду. Ой. Ладно, вот смотри, вот если вот ты собеседование будешь в УБР делать? Ну, нет, конечно. А почему? А если у тебя вот народа не будет? Ну, если народа не будет, я буду заходить в другие ЛВПДИ из пятого ранга, буду как бы их переносить. Вот. Специально вот сам будешь просто прописывать и переносить? Нет, ну, естественно, буду опрашивать чуть-чуть хотя бы. А зачем? Все, пацаны, я приехал. Сейчас захожу в ФБР, я уже все тут. Мне говорят, что у меня нет... А, так я же не прошу. Ну, давайте, говорите. Что еще вы тут хотите? У меня спросить сегодня. Ну, типа, вот смотри. А ты вот будешь наркотики на лидерке использовать? Нет. А если вот придется, то есть у тебя ХП не будет, а аптечек нету? Ну, что, лучше... Ну, мне кажется, лучше будет умереть. Ну да, если вот, вот прям вот наркотики есть, да, то есть вот умирать вот, то есть, ну, не... То есть, ну, у тебя очень много оружия. Ну, смотря при каких обстоятельствах, допустим, если... Секунду. Допустим, если я где-то в заложниках или что-то типа того, если это происходит, то можно попросить у самих... кто меня украл, типа, еды и пригрозить то, что мне так очень... Так, ты один в пустыне, тебе надо выбраться по РП. Что ты делать будешь? Ну, во-первых, надо оценить свои запасы еды и прочего. Так нет, нет, в том-то и дело, что у тебя вот еды нету, вот только наркотики и все, вот в пакете, вот доза как... Да? И типа все. Нет, ну я наркотики не употребляю. А лидер твой? Что? Вот девятка твоя употребляет, это так? Сейчас его спрошу. Так, Феррари. Феррари это так? Я с Феррари... А, да. Я вот по поводу этого с Феррари... Подожди. Феррари, а у тебя сколько наркозависимости? У меня, ну, блин, чуть-чуть совсем. Да? Да, а ну там сколько? Ну, 900 где-то. А, ну, у меня просто 1500. Я с вами об этом серьезно поговорю. Вы уж мне поверьте. Слушай, а вот смотри, вот. А если вот твой сотрудник тебя берет и называет школьником, что ты будешь с ним делать? Ну, во-первых, мне кажется, состав у нас адекватный, такого не произойдет. Ну, даже не знаю. Если этого произойдет, то ему стоит дать выговор. Мне так кажется. Не увольнять, а просто выговор. Можно даже устный. Хорошо, а вот если вот на тебя школьником назвать, к примеру, губернатор, что ты с ним? Нет, ну губернатор у нас, ну, нормальный, он хороший. А я вот так не думаю, что у нас губернатор нормальный. Да, я ну, серьезно, да. Он плохой на самом деле. Ну, если такое даже произойдет, то я просто его проигнорирую и все. Угу. Сделаю ему небольшое замечание. Все. Ну, небольшое замечание, у него полный контроль власти над тобой, то есть он тебя называет ему... Я просто скажу, типа, проигнорирую, скажу, это ваше мнение, и все. Окей. Подожди, Грудинин, вот у меня вопрос к Кэре. А вот если вот назвал все-таки тебя школьником, давай, может, ему войну объявим? Нет. Нет, в смысле? Так мы же станем главными. Успокойся. Так смотри, слушай, молчи. Смотри, не перебивай меня, нормально же общаемся, да? Мы же друзья, да? Да, друзья. Смотри. Да. Вот объявляешь ему войну, берешь танк,
едешь бомбить Марию, все. Нет, нет, вы что, это ну, же это не как-то, это же неправильно. Почему да, неправильно? У каждого свое мнение обо мне. Вот, допустим, я уверен, что кто-нибудь из моего состава считает меня педиком. Ну, я даже этого не сомневаюсь, как бы. Ну, у каждого свое мнение. Допустим, ну, обозвал меня школьником, и что дальше? Войну устраивать зачем? Это бессмысленно. Да и неправильно. Вот. О, тут какой-то пацан пришел. А вот слушай, смотри. Если вот такое произойдет, вот, к примеру, у мэрии митинг, да? Ну, у мэрии митинг, это, мне кажется... Ну, не, смотри, у мэрии митинг, они кричат губернатора, там, убить, и что ты будешь с ними делать, типа, вот, к примеру, нет, вот, ты нет. Просто к ним подходишь, они тебя начинают стрелять и убивать. Там нет никого, вот, кроме тебя. Что? По сути, этим должен заниматься сват. Ну, сват заниматься, а если свата нет? Ну, если свата нет, буду как-то пытаться наладить контакт с теми, кто митингует. Ну вот они говорят, типа, мы хотим скинуть губернатора. Он бесполезный. Вот. Что ты будешь с ними делать? Ну, во-первых, я сообщу в госрацию то, что около мэрии происходит митинг. Ну, это уже знают, да. А, ну тогда просто буду ждать. Просто пытаться с ними говорить, и чтобы они меня не били. Просто пытаюсь... Нет, в том-то и дело, что они именно хотят губернатора скинуть, да, то есть революцию сделать. А ты просто с ними говоришь, и ребята, типа, не надо, мир... Да, типа, попытаюсь, ну... Как-то вот так, что ли. А ты вот серьезно на лирку хочешь? Нет. А, то есть, а просто взяли, да, туда? Мне просто Феррари сказал, хочешь лидерку? Я говорю, нет, мне первого ранга хватит. А ты где вот, Феррари, ты где он? В ЛВПД. А ты какой ранг в ЛВПД? Второй. А ты сейчас тоже второй ранг там? Не, меня уволили. Кто? Тони. А за что? Я не знаю, так и не понял. А причина-то какая была? Там перевод у него был, причина. ФБР? Да. Окей. Че, все, я в ФБР работаю теперь? Ну, я не знаю, спроси у Феррари. Феррари, я работаю? А еще можно спросить, это, короче, ну, ты вот есть Даниэль, это, короче, зам твоего заместителя. Даниэль. Феррари, короче, все, пошли что, делать что-нибудь, то, что делают в ФБР. Где вот еще, то есть у нас вот есть еще вот Даниэль. А? Вот и соляр. Солярка? Да. Я не пью, что? Ну ладно, не пей солярку, это плохо. Не, нет, у него имя такое. Имя, меня так зовут, имя солярка. А, ой, извините. Я не про вас. Да, нормально. Так что, меня приняли? Мне не нужна десятка, мне первого ранга хватит. Так а что ты на первом ранге будешь делать, а не на лидере? Так я с лидеркой не справлюсь. Справишься, все нормально. Не надо. Ладно, Феррари. Поговори с ним. Я вот думаю, у нас будут хорошие взаимоотношения с бандитами, да, Кэрри? Какими? Ну, бандиты есть, там, Баллас, Гетто. Мы к ним подходим и говорим, давай мир. И они такие, давай. Ну и все, мы как бы... И преступников не будет у нас в штате, и наркотиков, потому что мы их есть будем, да? Мы с тобой договаривались. Да. Нет, мы такого не договаривались. В смысле? Мы договаривались есть наркотики, чтобы спасти всех. Мы же работаем на государство. Дурак, что ли? Нет, договаривались мы. Кто дурак? Подожди. Сейчас, подожди. Админ, выйдите, пожалуйста, на секундочку. А зачем? Ну, надо. Хорошо. Спасибо. Сейчас выйдем. Хорошо. Ты ебанешься совсем. Так а что я сделал? Какие наркотики жрать? Меня сейчас за тебя не возьмут никуда. Блин, я вообще не знал, что делать. Тихо. Алло. Это не админ. А, ну все, привет. Блин, я вообще не знал, что делать. Ты прикинь? Так ты... Не надо об этом говорить.
Я тем более... Что, пацаны, новый лидер? Все, нас походу спалили, все. Все. Блин, жесть. Сам же рисуй наркотики, вообще так не договаривались. Короче, так мы договаривались с тобой. Мы вообще ни о чем не договаривались. Блин. Короче, смотри, если меня, короче, берут, я проставляю, я тебе отвечаю. Я тебе машину куплю, все. Алло. Бухаем, да? Да. Здрасте. Здрасте. Вы меня что, приняли? А, нет, показалось. А, подожди. Я, походу, это могу? Того. А, нет, могу. Алло? Можешь, можешь же. Нет, так не могу. Мне пишут, у вас нет доступа к двери. Ладно. Ой, зови обратно этого админа. Сейчас все будет. Сейчас вот позвали. Ага. Алло, здрасте, здрасте. Мы наркотики не употребляем, админ. Вы слышите? По-моему, он умер. Ну, с кем не бывает. Ну да, переел наркотиков. Ты дебилы только наркотики едят. Ты понял, админ? Мне вообще половину... Админа не было. Чего ты сказал? Чего? Алло, так вот. Что? Погоди. Феррари. Я слушаю. А что он говорил-то, когда нас не было? Да он говорил, что дурак, и не надо ничего говорить. Так можешь его тогда не ставить на лидерку? Да не надо, у меня! Да ставьте на лидерку, я... Да его не надо ставить. Его не надо ставить на лидерку. Вот. И ФБР на первый ранг тоже не надо. Надо! Раз он тебя дураком называет. Я его дураком не называю. Может, банда? Я ему, короче, сейчас роль сниму, да, вот и банда. Да, да. Вот сейчас роль сниму. Все, блин, кэрри, бан. Это оскорбление. Вот ряд свою девятку оскорблял. Вот он сейчас плачет там, вот Феррари, ну не плачь, не плачь. Вот ты его обидел, он там плачет. Господи, что у меня насморк? Не болей, только не болей. Ладно. Так что, меня приняли? Нет, да, 50 на 50. Так в смысле? Да, все, тихо. Феррари, ты его принимаешь же, да? Так да, мы просто уже решили, что не будем принимать ФБР. Давай это бан дадим. А, бан. Да бан не надо. Не надо, не надо бан. Нет, не надо. Не надо бан. Ну, через ГОС, я думаю, можно дать. Через ГОС пятой степени можно. Можно. За оскорбление, знаешь, игроков. Жигуля. Жигуля, да. Чё за Жигуля? Блин, он такой крутой пацан, они взяли, он сидит, его оскорбляет, блин. Чё за кого? Алло. Блин, с тебя роль сняли. Вот, блин. Чё теперь делать? Офигеть. Ну всё? Сука! Феррари, все, я не представляюсь. Блин, все. И меня забанили! Блин. Кэрри, тебя сейчас тоже забанят. Блин, сука, забанят. Не надо. Блять, админ, я тебе машину куплю, нахуй. О, машину какую? Какую? Ну, блять, сейчас посмотрю, какую. Да. Сколько у тебя денег-то там? 200 тысяч хотя бы есть? Не, у меня нет, больше. Мне 1 485 541 доллар. О, нифига, какой ID-то, ID-ка. 578. Все, я арендую сейчас машину, снова подъеду. Давай, арендуй. Все, сейчас. Так зачем ему арендовать? Сейчас я тебе, админ, подожди, не бань, я тебе машину куплю, сейчас. Грызинь, 578. Давно. Ты арендуешь, да? Блядь, да чё, сука, не получается, нахуй. Сам плагает. Так, не сам, это сервер, нет, сервер. Ты, блядь, что такое? Чё там? Да я в машину сесть не могу! Сервер лагает. Я выхожу, блядь, вот, всё, еду, да, блядь! Сука, да пошла нахуй эта машина, блядь, пешком пойду.
Так а можешь новую попробуешь арендовать, может она просто багнутая. Да-да, напиши... Ты Unrent Card, главное, пропиши. Unrent Card пропиши, чтобы она этот перестала. Подожди. Может, в багажнике что-то? Да, может. Нет, в багажнике ничего нету. Посмотри, может, в багажнике. Нет, ничего нет. Нету. Так. Блядь, сука, я сейчас сдохну, блядь, машина какая-то, блядь, смерти. Хуеть, я другой арендую, короче, все. Сейчас арендую. Напиши Unrent Card там, прошлой машины. А я, блядь, больно. Подожди. Unrent Card, знаешь, такая команда? Не знаю, короче, ладно, ей пешком пошел. Да ты напиши в репорт, там ответят быстро. Да, да. Да в репорт напиши, я тебе говорю, вот эта команда, тут лучше новую машину арендуй. Да, да, тут лучше новую арендуй, та плохая, наверное. Ну, плохая, это я просто какой-то странный. Вон там машина, а нет, не едет, я думал... Это становится. Ой. Так что, меня приняли или нет? Не знаю, это оскорбление было, оскорбление. Я никого не... Ну, извините, что... Да я плачу! Я больше так не буду, Франко, прости меня. Я Феррари. Ой, Феррари. Ты его оскорбил ником. Ну, прости, я больше так не буду. Меня еще и забанили из-за тебя. Ну, создавай, ладно, пошли, создавай новый аккаунт. Да, так его уже не примут обратно с нового аккаунта. Блин! Прости. Да все больше уже никуда не примут. Спасибо, Кэрри. Ты понимаешь, даже в гетто не примут. Франко не специально. Эй, Феррари. А я, блядь! Ну не матерись, хорошо? Окей, простите, о, такси, как раз вовремя. Пацаны, прикиньте, я сейчас... Я... Чупом летать умею. Четыре, у тебя... Ой, выключай. Админы. Пацаны, это капец, походу. Вы что-то активировали этот? Я сейчас как к базе подхожу, прыгаю. Сейчас, подожди, UC-мет надо использовать. UC-мет. Погоди, стой, пропиши, слэш ми прыгнул. Это реально работает? Вот просто я знаю только команда, чит такой есть. Да-да, напиши ми прыгну. Прыгну. Единственная команда... Не работает. Не, слэш ми прыгнул. А, не, я извините, не расслышал. Друзень, ты... Ебать! Сука, ну нахуй, чуть не... Ой, извините, опять модель. Пацаны, короче, ща... У кого там дискорд? А что, а, это моё, подождите, мне... Кто там тебе пишет? У меня какой-то хер дебил какой-то. А, Фиби, Франк. Как его зовут? Франк все понял. Причина извращенец. О, извращенец. Сейчас, репорт. Дайте хп, дайте хп. Сейчас сдохну. Сдох. Слушай, а такая команда у вас вроде, я не знаю, хотя я не знаю, думаю, не работает. Не работает. Я написал, админы, дайте хп, сейчас сдохну, вы пятый в очереди. Я обхожу просто сейчас этот участок, о, реально дали. Добрый день, какой иди? Все, пацаны, нормально, дали хп. Да. Вот, приехали. Сейчас я... Смотрите, сейчас я прикопаюсь. У кого тлык-тлык-тлык? Да у него. Все. Так. Как работа? Как работа? Ну-ка спроси, да-да, как работа. Да. Ой, на меня пистолет наставили! Ты чё, охренели? Охренели. Ты чё? Я лидер. Мне еще и розыск дали! О, розыск дали. Дебилы. Да блин, не трогайте лидера моего! Короче, пацаны, надо увольнять их, это фиаско. Да, увольнять. Надо. Пацаны, я что-то тут... Я стоял, у меня, короче, этот... А я, больно! Без резких движений, повысил тембр. Пацаны, лидер! Вы чё? Ну все, фиаско. Все, походу, опять тюрьма. Куда там едешь? У кого тлык? Можете отключить, пожалуйста.
у него это и есть. Это у Кэрри, это у Кэрри. Я вообще реально уволен. Да иди в жопу, олень, больно. Да-да-да. Иди в жопу. Все, я нашел. Блин, Кэрри, подожди, а ты знаешь то, что голосовой чат работает на D русскую? Нажми на D и крикни ему, чтобы он тебя не трогал. Ой, я это что-то... Крикни ему, скажи, я лидер ФБР, ты говно. Все, пацаны. Кэрри. Чего? Нажми на русскую D и крикни, то, чтобы он тебя не арестовывал. Прикиньте, мне 79к скинули. Только что. За неплату. А! Что? Тачка слетела. Маджестик слетел. Эх. Серьезно? Да. Машина-то хорошая была. Быстро. Пиши, напиши, пиши, я лидер ФБР, не арестовывайте меня. Да-да, пиши. Ой, ладно, я пойду, тогда что делать-то еще. Так, а тебя будут на лидерку заставить? Я так и не понял. На лидерку заставить, а нет? Так меня уже не поставят. Все, а что, вот почему? Так я в этой, уже в участке, что мне сейчас... Так тебя там, может, поставят. Подожди, Грудинин, а ты знаешь же баг, то, что можно, короче... написать сначала слэш ми выпустился из тюрьмы, а потом слэш ку и тебя выпускает тюрьма. Я думаю, нет. Это работает. Попробуй, Кэрри. Сначала слэш ми выпустился из тюрьмы. Сделал? Ну подожди, попробуй, Кэрри, попробуй. Наверное. Я не знаю, слушай, я не знаю. Я просто король багов, я знаю. Пацаны, я... Попробуй сделать так, как Феррари сказал. Пацаны, что-то намечается. Напиши слэшку, ну типа английская, такая кружочек. Сначала слэш Мита пропиши. Что там прописывать, еще расскажи. Слэш ми вышла из тюрьмы, а потом слэш ку. Слэш ку. Слар. Я тебе сейчас в СФПД слад кину, расскажи им, хорошо? Что там твой, что у нас так творится? Пацаны, так что, у меня примите, нет? Или что, уже нет? А нет, ты написал уже слэш... Так что, вы мне примите, говорите, нет? Да, наверное. Феррари спрашивает. Феррари. Примем. Ну, он пишет слэшку, и мы принимаем его. Сейчас. Слэшку английское. Это вот ниже одной. Ой, единички, ниже единички. Английский. Что такое там, Кэрри, что такое? Я не знаю. Что там, садит тебе, нет, что ли, или что? Ой, это что? Какая-то лиса пишет. А. Ту, какая лиса? Что там, что там? Тебя хавает? Не хавает. А, не хавает, ну слава богу, фух, я ошибался. Все, что, короче, фиаско меня эти приняли, все? Кто? Приняли, кто? Так пацаны приняли! Какие? Ничего, окно открыто. Окно открыто, закрой, простудишься. Холодно стало, я сейчас... Холодно, простудишься, закрой. Ой, насрал-то. Они показалось закрыто. Мне показалось. Одним. Я вас вам перекинул на секунду, чтобы посмеяться. Опер накидают, тихо. Подождите, пацаны. Ой, тебя что-то перекинуло, я не знаю. Ждем мы. Что такое там? Да подождите, мамка звонит. А, мамка, ответь. Алло, мам, я занят. Играю я сам. Я помогаю. Угадал. Молчи. Хорошо, сейчас скажу. Не, мам, я завтра схожу.
Да, покушал. Да, обязательно. Мам, все, давай, пока меня тут это, полиция побежала. Мама, блин, бесит. Ничего не понимает. Не представь. А где мама-то? А? Так я говорю, сегодня не будет это, короче. Меня по-нормальному. Так чё? Ой, чё? 9-1-ка. Ой, чё такое? Чё тут? Я не знаю, ой. Чё там? А ты уходишь сейчас? Ты чё, куда тебя там мама-то звук? Тебя вроде сажать хотят. Я не пойду. Я сказал, что завтра. А куда там, в больницу или? Не, не в больницу. Могли? Не, бабушки с ним. А, ну это да. Вот. Лучше бы сегодня съездил, типа бабушка, она тебя накормит. Нет, я завтра поеду. Я уже сказал, что завтра. Пацаны! Что за? Не, ну короче, смотрите. Я не просто этот школьник, я кадет как бы. Так что... А знаешь, какое у меня звание в реальной жизни? Какое? Генерал. Охуеть. Ой, я звон делать, я больше не буду. Ну ладно, я обманул на самом деле, не генерал, а минерал. Ага. Такой есть? Да. Так ФБР. Мне хоть там нужно, я не могу еще велеть! Керри. Что? Вот я минерал ФБР, ты знал об этом в реальной жизни? Вообще не шучу. Ты... Да? Я минерал, да. Все, задержание, все, прощайте, я в тюрьме. Что там? Что там, в тюрьме уже? Да мне уже 5 раз 9-1, да. Да блин. А, не, на 20 минут нормально. А подожди, или что, меня в тюрьму? Адвокат. Адвокат. Нет. Алло, пацаны. Блять, еще и кикнули из конфы. Ну ебаный рот. С какой конфы? В смысле? Адвокат. Так почему? Пацаны, мне адвокат нужен. Пацаны, что делать? Я вообще его в ФБР не надо. Он в тюрьме, тем более. Да, все. Кто из тюрьмы, мы ФБР не берем. Ну ладно. Жалко. Да. Да, плакать буду, блин. Блин, чувака в бан кинули. Да ладно, его забанили, блин. Сука. Прикинул, кто прикинул. Ну, блядь, зато он вечно недоволен, то, что мы сделали. Чего? Керри. Керри, извини нас, хорошо? Потом почти что-нибудь получится, я думаю. Керри. 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 Ты к бабушке только съели. Да ладно, а он написал, да ладно. Керри. Ну, Керри. Мне интересно, он пранковал или нет? Нет, он реально такой, я тебе клянусь. Да. Мне кажется, да. Капец, я такой гораздо. Снял Пуся. Алло, парни, вы, блядь, не понимаете, что он издевается? Он же рофлил. Тупо полчаса он орал над вами. Не вы над ним, а он над вами. Такие додики, блядь. Блядь, ты не понимаешь, то, что он откатал ФБР, блядь? Ой, ФБР, в ЛОПД, и мне Тоня сказал, что он таким же, блядь, был. Я его помню в ЛОПД, он постоянно херню нес какую-то. Он... Нет, это видимо, не то. Видимо, у него нечетная пара хромосом. Пиздец, блядь, чуть не сдох. Солярка подачивает ему. Я тоже. Притарды. Вот интересно, он это вообще... Он отпить может нас. Было бы неплохо, кстати. Ему лет... 12. Тупо минус 2 админа и минус состав ФБР.
выбил страйк. Ну, так он рофлил уже, ну это ж понятно. Бля. Не, он вообще, кстати, микрофон не вырубал, он, то есть, ну, вообще ни разу не заржал, как минимум. Так, кстати. Бля, вообще на мужика. Если пацан рофлил, то окей, это вообще на мужика был.